Друзья, всем привет, с вами Максим и Елизавета Нагуманова. Всем привет, ребята. Я думаю, что вам будет сегодня очень интересно, потому что мы будем посещать очень крутой ресторан, самый лучший ресторан в России, и будем рассказывать свое мнение о том, что мы попробуем. Так что не переключайтесь и смотрите наше видео дальше. И мы берем вас, естественно, с собой. А еще ты забыла упомянуть то, что White Rabbit ресторан входит в топ-13 самых лучших ресторанов в мире. Как тебе такое, да, это очень круто. Так что берем вас с собой, заваривайте чаек, пельмешки, мы же на ютубе как-никак. И смотрите, как мы сегодня будем кушать всякие разные интересные блюда. Лиз, ты готова? Я готова. Поехали. Народ, Лиза провезла с собой из Питера питерскую погоду. Да. Посмотрите, что творится. Просто дождь. Это мы такие сходим погуляем сегодня по Москве, да. Отлично. На Красную площадь сходим. Да. И самое главное, зонтика нет. Вот у людей зонтик, а? Лиз, у вас часто в Питере такая история? Каждый день бывает, да. Ну вот сейчас вот неделя прям солнечная была. Я не знаю, почему. Вот тоже я принесла с собой. В общем, ехала я один раз по очень важным делам. То есть мне нужно было быть через 40 минут уже от одного конца города до другого. Вижу, короче, собаку, просто так сидела. Мне так было ее жалко, и я взяла. В итоге потеряла очень много времени, но в итоге нашла хозяина. В долгих поисках, там, опоздала по своим делам, все перенесла. Нашла собакиного, не знаю, как сказать, хозяина. Круто. Все хорошо было. Так жалко очень собаку. А как она потерялась, ты узнала? Убежала, просто убежала. Просто убежала. У меня тоже Муся убегает часто, без поводка. Поэтому не носите собак гулять без поводка. Я уже теперь все знаю. Но у меня вот, кстати, этой штуки нет. Ну, я думаю, что в будущем будет у меня обязательно. Это прям пол... Я думаю, что это максимальная, наверное, комплектация. У меня средняя комплектация в машине. Вот. Поэтому оцениваем Майбах. Я первый раз еду на Майбахе. А, серьезно? Ты первый раз? Первый раз в жизни еду на Майбахе, да. Круто. Максимка красавчик. Да, первый раз еду. Эмоции? Эмоции очень слишком комфортные. Оно какое-то мягкое, прям так тормоз, все мягко. У меня машина прям такая резкая. Ну, если так ездить, как пассажир. Потому что у меня мама еще возила тоже на машине сначала. Ну вот. Слушай, Лиза, откуда такая любовь к Мерседесам вообще? Ну вот, я когда начала ездить на Мерседесе, когда мне выдали машину, я вообще, наверное, была самой счастливой и... Я давно хотела машину, потому что это комфорт, все-таки элитный уровень автомобилей, и мне нравился дизайн очень внутри, то, что подсвечивается. Девочкам, наверное, всем нравится, что у них подсвечивается все, поэтому я из дизайна, наверное, очень люблю Mercedes, и плюс комфортное вождение, если сам ездишь. Ну вот, удобно, все очень удобно, то есть там раз-раз переключил передачу, ну вот. А о каком Мерседесе ты мечтаешь? Ну вот. Прям чтобы. Я мечтаю о двух Мерседесах, скажу честно. Первое это Е-купе. То есть Е-купе в спорт пакет. Вот. Я, кстати, недавно ездила, мне, очень понравилось. Поэтому я вот хочу одну машину такую. И, наверное, GLE-купе. Или как правильно говорить, вот GLE-купе в красном цвете. Там 250 дизельная. Вообще просто, это будет супер. Но это чтобы самой водить. Да, чтобы самой водить. А так, наверное, Майбах, который выйдет скоро новый. По-моему, говорят, что выйдет новый Майбах. И вот я хочу, да, именно если водитель, чтобы будет меня возить, что я хочу очень такую машину. И круто. Надеюсь, что когда-нибудь в будущем мне обязательно это будет. Народ, мы с Лизой уже сели за столик в White Rabbit. Да. Оцените, какие здесь меню.
Прям как... Скажи, как типа кролика трогаешь. Да, мягкий. Очень приятно. Друзья, нам с Лизой уже принесли напитки. Мы заказали лимонадики. Лиз, пробуй, как тебе? Серьезно? Она даже не газирована. Ну, типа, вообще, очень вкусно. Всем советую, реально. Круто. И даже трубочка тут, как это, эко-трубочка. О, кстати. Кстати, да. Видишь, она из бумажки. Она разлагаемая. А у меня еще цветочки, смотри. У тебя есть цветочки? Не, у меня мята. У меня мятные цветочки. Я пробую свой вариант. У меня здесь алоэ, что-то там. Офигеть, я влюблен. Поехала в Москву, встретилась с Максимом, сходили в такое прекрасное место. Очень рада. Лиз, это взаимно. Одно наслаждение тут сидеть. Мы будем сидим, ждем, все закажем еду. Все подснимем, все расскажем. Смотрите, какая здесь еще прелесть. Комплимент от шефа. Это редиска. Сейчас Максим будет пробовать. Да. Мы посмотрим. Я просто отрезал корни. Ничего. Все делал в соусе. Соус. Обычная редиска, но соус делает свое дело. Очень вкусно. Спасибо шефу. Сейчас мы подаем утиное филе с воздушным аэрохлебом. Разбиваем его. Снизу находятся наши фирменные пробитые томаты. Рекомендуем вместе с ними зачерпывать хлеб, наслаждаться вкусом хамона. Спасибо. 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 Нет, слушай, я что-то вообще в шоке. Офигеть, очень круто. Так. А мне принесли буррату, кстати. Так, я ручки, кстати, помыла, так что я буду кушать ручками или это едим. Ну, а чё бы нет. Давай, первый тест. Да, пробуй. Это что я заказала? Как это называется? Утиное филе и помидорный хлеб. Все, супер, спасибо. Так, как она сказала, с помидорками, да, вот так типа делать? Угу. Я, конечно, прям как это. Первый тест. Помидорки вообще... Очень вкусно, реально. Слушай, у тебя такая искренняя эмоция, это да не записать реально... второй раз просто. Реально искренне. Хорошо, что мы вот с первого, я первый прям попробовала помидорное вот это вот что-то. Как она сказала, соус или что? Ну да, какой-то соус. Вообще очень вкусно. Я реально не пробовала такое. Супер. Что-то необычное, знаешь, такое. Французское, итальянское. Нам просто внезапно вот так вот принесли сорбет из абхазского лимона, чтобы освежить наши рецепторы. Очень мило и очень вкусно. Я редиску его, не могу понять, что за соус ты делай. Ну он реально какой-то такой необычный прям, да? Такая очень жирненькая, такая прям сметанка. И непонятно с чем, потому что соус нереальный, ребят. И вот прям сочетание вот этой редиски, вот этот соус. Я вообще редиску не ем, как бы. Но здесь? Друзья нам принесли горячее. У меня щечка телячья. А у Лизы, Лиза, что ты заказала? У тебя утка, да? Да. У меня утка. Так красиво выглядит. Я давно очень не ела утку. Последний раз я ела ее в Праге. Полтора года назад. Ну-ка, наверное, волшебный вкус. Давай. Снимаешь, я пробую. Конечно. Давай, а, первое ощущение. Офигенно, реально. Так, сейчас я буду снимать, потому что это очень красиво. Я даже не представляю, как это вкусно. Потому что я люблю очень чизкейки. Наверное, вы, возможно, видели у меня в Инстаграме. Потому что я готовила сама чизкейк на карантине. Поэтому я его очень люблю. Сейчас будем пробовать. Я сама буду тоже снимать. Инстаблогеры собрались. Да. Смотрите, какая красота. Давай. Пробуем. Вообще нежно, очень вкусно. Такой прям натуральный.
все, короче, очень натурально, очень вкусно. Смотрите, какая прелесть. У нас сегодня одни комплименты в этом ресторане. Бонбоны, да? Конфетка с жидким центром. Скажи, я же говорю вообще. Вау. Какое-то сумасшедшее прям вот в голове сразу происходит. Клубничка натуральная. Очень круто. Еще нам, конечно, принесли капучино, ну потому что как иначе. В завершении нашего вкусного вечера мы будем называть чашечкой капучино. Вот. Все, порчу красивую картину. А Лизу здесь узнали. Дорогая Лиза, желаю вам удачи в следующем сезоне. Надеюсь, что все получится. Произвольная и короткая программа будут выполнены на... Спасибо. Очень приятно, что в таком шикарном ресторане узнаете. Супер. Спасибо. Спасибо большое. Видите, какая красота? Вообще, очень крутой ресторан. Не реклама, да. Реально, мы покушали такой вкусной еды, честно скажу. Очень необычная вкусная еда. И мы с Максимом никогда не ели так вкусно, да? Скажи. Согласен. Вообще, то есть необычные блюда, необычный вкус. То есть такого вкуса никогда не пробовала я. И что я могу сказать? Еще вид прекрасный. Да. Мы побывали в очень крутом ресторане. White Rabbit? Москва. Да. Скажи свои впечатления. Слушай, Лиз, я правда приятно удивлен. Во-первых, тем, что у меня была такая сегодня очаровательная спутница. Это, наверное, главный бонус. Ну и здесь потрясающая кухня, которая просто, я не знаю, сочетание вроде бы знакомых вкусов, ребят. Ты никогда такое не пробовала. Вот серьезно. Просто вы... у меня в какой-то момент, когда мне принесли, по-моему, мороженое, аж такие, знаешь, как мурашки по затылку пошли. Да. Очень классно. А конфетки тут от ресторана, как комплимент от ресторана, очень прикольно. Так что приходите сюда, попробуйте то же самое, что вы видели сегодня у нас в Лавлоге. Да. И скажите свое мнение. Пишите комментарии под видео. Мы будем рады их прочитать и посмотреть ваше мнение. Да, и, конечно же, ставьте лайки обязательно этому видео, потому что как иначе, когда здесь Елизавета Нагуманова... Да. Когда подписывайтесь здесь... на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить видео Максима. И мы с вами не прощаемся, потому что обязательно совсем скоро увидимся. Будет продолжение, так что не переключайте, как бежит.